Вот, кстати, в продолжение темы о том, как наука и технологии улучшают нашу жизнь, уже вот стало понятно в 2021 году по Челябинской свалке, например, и вообще в целом по участию Росатома в нацпроекте «Экология». Вот буквально недавно заработала система, информационная система по первому-второму классу. Ну, то есть фактически создается новая отрасль. Маховик этой работы только раскручивается. И вы сейчас назвали первый результат. Мы договорились, что запустим ее с 1 декабря, чтобы 3 месяца она проработала в тестовом режиме. Уже 2000 присоединилось предприятий. Поработать, посмотреть, как это действует, насколько это для них накладно, дать нам обратную связь. Речь идет не только о нейтрализации промышленных отходов, но и о таком своеобразном замкнутом цикле использования химических препаратов, разного рода нефтяных отходов. В общем, будем с этим очень активно работать. Огромное, конечно, спасибо Министерству обороны, МЧС. Мы вместе на этот сложный путь проходили. Конечно же, без правительства, без Минприроды тоже это невозможно было бы сделать. Один из первых проектов, который мы завершили, это Челябинский полигон бытовых отходов. Там, по-моему, 75 гектар, если не ошибаюсь, общая площадь была. 1 000 000 человек... проживающих вокруг этой свалки, ну, на мой взгляд, почувствовали улучшение.